Турецкая армия нанесла в понедельник утром танковые удары по позициям курдских сил национальной обороны в Сирии. Как сообщают западные информационные агентства со ссылкой на заявление этой организации, обстрелу подверглась деревня Зор-Маккар, расположенная у границы с Турцией, недалеко от города Джараблуса, который удерживается боевиками экстремистской группировки «Исламское государство». По меньшей мере 4 человека получили ранения. Накануне турецкая авиация нанесла удары по позициям боевиков ИГИЛ в Сирии и курдских формирований на севере Ирака. Эти акции проводятся в рамках ответной операции на ряд терактов и нападений на турецких военных, совершенных как исламистами, так и курдскими боевиками. Бомбардировки вызвали неоднозначную реакцию в мире, так как курды в борьбе с ИГИЛ в Сирии и Ираке выступают как союзники Запада. «Налетели турецкие истребители и выпустили по нашему селу 10 ракет», говорит житель курдской деревни, расположенной на севере Ирака. «Мы и наши дети очень испугались. Они даже бомбили наш водопровод». В субботу после первых авиаударов по лагерям курдов рабочая партия Курдистана объявила о денонсации перемирия с Анкарой. Мирные переговоры были заморожены в течение нескольких лет, однако формальное перемирие до сих пор соблюдалось на фоне заявлений обеих сторон о необходимости мирного процесса. Во вторник по просьбе турецких властей состоится экстренное заседание НАТО для обсуждения ситуации.